заходите. Живете там у себя, я не знаете, живописца 18 века. Мужчина, да вы, оставьте курицу в автобусе. Иди в автобусе меня, подожди. Внимание! Перед вами картина, знакомая вам по вашим пошлым кухням и спальням. Утро в сосновом бору. А не мишки в лесу, как вы привыкли говорить. А это что? Будьте вы прокляты, если не знаете автора этой картины. А я знаю, это Брюлов. Женщина, скажите мальчику, что чужой хлеб есть нехорошо. А сейчас я подозреваю взрыв хохота. Перед вами картина известнейшего реалиста Пукерева. Вот вы быдло, а Ермольник смеялся. Проходим дальше. Обратите внимание, плинтус. И запомните, это именно ваш уровень. Вот перед вами картина, на которой вулкан Везувий превращает город Помпеи в руины. А что такое руины? Руины — это то место, откуда вы приехали в наш город. Вывалилось, вывалилось! Это у самих у вас вывалилось. А это Мадонна, кормящая младенца. О! А это девятый вал, да? Горячо, девочка с персиками. Зинаида Аполлинарьевна, все, спасибо. Можете возвращаться в гардероб, там уже очередь образовалась. Серьезно? Спасибо, что я подменили. Вот да, вы знаете, спасибо, она нам так грубила, она нас оскорбляла, между прочим. Успокойтесь, друзья, успокойтесь, разберемся. Ну что, челядь, пройдемте в зал барокко.